14 января в Уфе открылась wellness-студия «Лаванда». Это место нельзя назвать еще одним спа или фитнес-центром. Это пространство для девушек, в котором они могут перезагрузиться. Основательница студии Ирина Красноборова рассказывает, чтобы создать такое место, сперва ей самой пришлось найти себя заново. Я 23 года занималась только продажами по недвижимости и ничем другим. Вот, и мне захотелось кардинально прям изменить свой образ жизни, но не просто пойти в какую-то студию, пока есть настроение, а чтобы это стало именно частью жизни моей, да. Самое главное, что это сообщество женщин, сообщество профессионалов, которые помогут женщине стать сексуальнее, увереннее в себе. Сексологи, психологи, то есть специалисты разных уровней, большие профессионалы, которые помогут в целом создать гармоничную, красивую, уверенную в себе женщину. За месяц вокруг студии «Лаванда» собралась команда специалистов, которые помогут не только быть в тонусе, но и разобраться в себе. Важной деталью стали обстановка и атмосфера, которые удалось создать к открытию. Ну, мы изначально задумали такую концепцию, чтобы женщина, придя к нам в студию, она чувствовала себя абсолютно комфортно. Поэтому мы решили, что в каждом нашем зале, в каждой нашей студии будет кофейня, в которой будут у нас десерты, кофе, чай, вообще все что угодно, матча, коктейли молочные. То есть это такая зона отдыха, зона общения для наших клиенток. В малом зале проходят у нас индивидуальные тренировки, тренировки с малым количеством человек. И здесь у нас, конечно же, большой зал. Здесь постоянно тренируется группа по 10 человек с нашими профессиональными тренерами. Сразу в нескольких залах проходят разные занятия. Есть довольно редкие направления, за которые берется не каждый тренер или инструктор. Например, динамическая растяжка. И даже знакомые практики, такие как йога, направлены на особый эффект от занятий. По последним данным, активная растяжка, динамическая, дает лучшие результаты, чем пассивная растяжка. Мы включаем работу мышцы. Мы растягиваем свои мышцы, мы не тянем связки ни в коем случае. И чтобы качественно растянуться и более лучших результатов добиться, нам нужно включить работу мышцы. Я преподаю именно йогу, которая направлена на гармонизацию, да, с телом, но через такую качественную отстройку асан. Больше мы направляем внимание на раскрытие тазобедренных суставов, которые очень хорошо оздоравливают репродуктивную систему, гормональную систему женщины. Молодцы, дышите через нос, посмотрите перед собой и, прижимая правую стопу, притяните за правую. В будние дни все время есть тренировки, то есть женщина сама себе выбирает, что нравится ей из тренировок, то есть какой вид тренировок ей более подходит, хочет ли она заниматься с нагрузкой, либо хочет она заниматься йогой, что-то лайтовое, может быть, ей больше нужна растяжка. Также у нас есть консультации. У женщины есть какой-то запрос, какая-то проблема, да? У нас есть консультации профессионалов, то есть это нутрициологи, психологи, нумерологи, сексологи. Многие уфимки уже стали частью коллектива wellness-студии «Лаванда». Приходя на занятия, они не хотят покидать атмосферу взаимопонимания, которую здесь так тщательно выстраивали. Ну, прежде всего, мне нравится, что здесь комплекс всего, всех интересных для меня тренировок, во-первых. Такого сочетания, такого комплекса, который я получаю здесь, я, наверное, нигде еще не находила. Здесь чувствуется тепло, забота, энергия, да, женская наша. Ее даже не объяснить словами, но можно почувствовать. Я думаю, каждая женщина, которая побывает здесь, она почувствует, что это именно то место, где можно расслабиться и наполниться вот полностью. Сама очень часто посещаю тренировки, ну, прям занимаюсь с нашими людьми, кто у нас купил абонементы, и с ними, со многими завязались дружеские отношения. Это именно того, что я хотела. Wellness-студию «Лаванда», в которой вы сможете найти единомышленниц и отдохнуть от рутины, можно найти по адресу Пушкина 45-1. А записаться на бесплатное пробное занятие на сайте, ссылку на который вы видите на экране. Егор Полторыхин, Андрей Шуняев и Руслан Габидуллин, телеканал ЮТВ.